В интересной и яркой постановке сказочные герои напомнили детям о правилах дорожного движения, которые должен знать каждый школьник. Как правильно переходить проезжую часть, что означают сигналы светофора и каким последствиям может привести беспечность на дороге. Вся эта информация, по мнению артистов, детьми усваивается лучше, когда подается в нетривиальной форме. Нужно быть внимательнее на дорогах, смотреть налево-направо. Ну, в общем, все правила дорожного движения, что их нужно соблюдать, что каждый несет ответственность за свою личную безопасность индивидуально, поэтому каждый должен быть внимателен. Ребята были очень активны, принимали активное участие во всех играх и заданиях. В общем-то, информация ими была усвоена хорошо. И со всеми вопросами они справились, и с задачами. О том, что пешеход – это полноценный участник дорожного движения, напомнил и инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Дмитрий Рукавицын. Также он призвал школьников использовать светоотражающие значки и наклейки, чтобы быть более заметными для водителей в темное время суток. В заключение представления дети закрепили знания, приняв участие в музыкальной интерактивной программе.